Ваш поступок был неожиданным и непонятным. Вы руководили орденом со дня сотворения мира. И вдруг... Где вы были? А у вас здесь все здорово изменилось. Я отдыхал. Устал я тогда очень красиво. Вы исчезли, не оставив никаких указаний, как жить дальше. Может быть, вас убрал он? Может быть, вы переполнили чашу его терпения? И вообще, сколько еще может продолжаться наш конфликт? И сколько миллионов миллиардов лет? Может быть, хватит? Может быть, пора что-нибудь сделать, чтобы он простил нас? Простил? Да, месье, простил. Поймите меня правильно. Я давно, очень давно думаю об этом. Что вы исчезли? Ты так думал? Я этого не замечал. Взяв управление орденом на себя, я в полной мере осознал, что мир катится в бездну. Люди вплотную подошли к взаимному уничтожению. Зачем нам пустая земля, мессир? И ему пустая земля не нужна. Мы можем примириться. У нас совпадают цели. Нам нужно спасти людей. И поскольку зло в этот мир несем мы должны сделать первый шаг. Мы опередим его в добрых делах. Мы привнесем в этот мир спокойствие и порядок. Понятно. Значит, вы хотите уничтожить зло. И что же зло, по-вашему, гроссмейстер? Ну, мессир. И тем не менее... Хаос, беспорядок, бунт. Надо убедить людей жить просто, в порядке и по расписанию, уважать законы и подчиняться приказам. Вы исчезли, и я начал действовать. Простота, суровость, нравственность. Вот девиз нашего ордена на сегодняшний день. Да. И они верят в ваш девиз. Я исцеляю вас. Чувствуешь ли ты себя бесом? Нет, гроссмейстер. Мне радостно страдание. Благодать вселяется в меня, и душа моя устремляется к небу. Совместная трапеза, видимо, должна способствовать формированию сплоченности и коллективизма. Безусловно. Причем изменился не только порядок принятия пищи, но и ее качество. Никаких излишеств, никаких специй, обостряющих порочные желания. Например, сегодня у нас в меню манной каши без сахара и соли. Я убежден, все, и пища в том числе, должно способствовать очищению и возвышению. А люди? Захотят ли они жить просто и скучно? Сегодня бифштекс, а завтра будет миссия. Подумав, я пришел к следующему выводу. Людям нужен новый спаситель, сверхчеловек, философ, который сможет доказать, что жить нужно просто, сурово и по плану. Новый мессия? Да. По моему приказу было разработано снадобье, которое поможет будущим родителям произвести чудесного ребенка. Оно опробовано. Астрологи провели колоссальную работу, вычисляя по звездам надежных претендентов на роль родителей. Пойдемте, я вам их покажу. Кабинет мессир сохранен нами в первозданном виде. И хотя, не скрою, было желание изменить кое-что и здесь, я не решился на это ваше отсутствие.
Без сил. Джулия Андреотти. Причудливая особа, но звезды за нее. Претендентов же двое. Звезды благоволят к обоим сразу. И тут, месье, я прошу вашей помощи. Выберите достойного. И пусть съезд ордена утвердит ваш выбор. Гроссмейстер, ну что вы? Это же ваша идея. Будущего спасителя я воспитаю, с вашего позволения, лично. И будем надеяться, что он поведет людей к высотам элементарного порядка. Гроссмейстер, вы выяснили, что хаотичность существования, стремление совершать неблаговидные по вашему поступки, есть изначально заложенные в природе людей. Даже без нас с вами, как это не грустно сознавать. Зачем же городить огород дальше? Зачем еще один эксперимент? Ну как же, мессир? Мы должны дать миру спасителя, чтобы он простил нас. Вы хотите превратить мир в казарму, и этим понравится ему? Не в казарму, мессир. Я хочу убрать зло из мира, а зло в неподчинении и инициативе. Хорошо. Но как же быть с природой людей? В природе людей нет стремления к бунту, мессир. У меня есть доказательства. Это интересно. Ну-ну. Я перебрал по крупицам всю землю. Нью-Йорк, Париж, Багдад, Манчестер, Петербург, и всюду распущенность. Разврат, изнеженность нравов, неподчинение. Но я нашел, мессир. Я предлагаю вам Пермь и Пермяков. Это самое сейчас спокойное место на земле. Послушные, нравственные, суровые люди. Да-да, мессир, пермяки такие. Они обыкновенные люди, но их ни за что не взбунтовать. И значит, моя идея, что людей можно переделать, верна. Мессир, я предлагаю место для проведения нашего великого праздника Пермь. Этот край суровых и простых тружеников. Надеюсь, что там мы слегка развлечемся. Переведу в штаб-квартиру. Конечно.
конечно, и там не сахар, но все же лучше, чем с медведями на гармошке играть, а? Ой, батюшка, да прикажи только лишь горе деду. Ну вот так-то. Thank you.
моей ноге. Нечто, если бы я видел, где твоя нога, не стал бы. А которые за ноги беспокоят, все у нас такси разъезжают. Довольны? Господи, я автобусы не ездил, я ничего не довольна. Прошел бы, голубчик, все на трубе, только был бы доволен, вот и поговорили бы. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Не спеши, по делам суетным, не спеши, дай сказать мне слово сердечное. Окей. Скорбит душа моя, видит, легко и самодовольный. Спасибо большое.
поезда! Куда? Не трепаться! Ждем властей. Роман нас не угоняли. Не угоняли. Там же документы.
Смотри сам. Опа!
ты птица. Петро, там под нами кто-то есть. А ну, вновь! Сейчас я что-то сделаю! Ой, какие мальчики! Ой, какие мальчики! Ой, ребятки! Ой, ребятки! Ой! Ой! Отцы командиры! Войдите в положение! Террорист. Спешу, поиграть выпустили. Может, он играет? Да?
делать знает. Народ православный, прости грехи мне, ведь не по злобе творил их, а часто по незнанию. Ибо с детских лет рос я сиротой, и не научил меня никто, что есть добро, что есть зло. Много грехов на мне, дедушки, но никто не скажет, что не подал я пятачок нищему, не обогрел замерзающего, не пожалел обиженного. А то же, что стоите смирно, не смею всколыхнуться, оборвать казнь лютую, обиды не держу. Понятно, что против властей простому человеку не пойти, ведь не пойти же, а? Ай, что делают? Ай, народ православный! Ай, мучители, кровопийцы! Ай, как пойди, как пойди! Погоди, имей право на последнее желание. Песню любимую услышать хочу. Терпи. Держись!
сейчас главное этого парня поймать. Thank you.
Что вы опоздаете. Теперь вам придется расстаться до полуночи до начала съезда. Я понимаю. А что, симпозиум будет в полночь? Почему так поздно? Не беспокойтесь. Это наше время. Ничего не понимаю. Нет. Симпозиум. Я приехал на симпозиум. Я филолог. Не волнуйтесь. Вы попали туда, куда нужно. Уведите мать. Я не мать, я девушка. Скоро будет. Не меня. Я ничего не понимаю. Куда повели Джулию? Пойдемте. Я вам куда? Все объясню. Куда повели Джулию? Вам. Это насилие. Нужно. Я приехал ваш. На симпозиум. Кто вы? Прошу вас. Кто вы? Стойте, пожалуйста, это беззаконие. Освободите, освободите руки, я требую. Да, пожалуйста. Прошу. Парня мы упустили. Расмистер мне этого никогда не простит. Остался последний шанс. До полуночи бунтовать тайников. Ну, черт возьми, какие они тверголовые. Ну, зачем нам нужен мужик? Он первый поддался на провокацию. Там, на плахе. Он будет белой мишкой. На чем купит цвет? На стол падут остальные. Go!
Человека. Thank you.
Господи, ой! Нет, рыцарь. Утарь, и я твоя. Доведите его к делу. Ты мне полюби, как я есть. Человека во мне разгляди. Не буду бить Денисыча, он мне как отец родной. Болван. Как вы мне все уже надоели. Что за племя такое, а? Ну что ты нашел в своем шефе? Он мне как отец родной. Отец родной. Ты тут отец родной тебя в грош не ставит. На прошлую неделю он сказал секретарше, что тебя надо выгнать, потому что ты план не увеличиваешь. Лёшка! Да? А вчера пришел человек из твоего района машину страховать, а он его Кукушкину отдал. И правда? И правда. А ведомость ты смотрел, когда зарплату получал? Смотрел ведь. План-то ты больше Кукушкина дал, а отец родной премию ему на троян больше выписал. А вот это правда. А вот это ты правду говоришь. А ты гнида. Отец родной. Тварь. Ух. Слышь, мужики, ну чего, куда мне теперь? Преисподнюю. Точно. Лишний свидетель. Уберут сволочи. Сматываться надо. Членов нашего ордена этим вольномыслием, этими дурацкими выборами претендента на роль отца спасителя. Но этот чертов Марио все-таки пробился на съезд, и теперь придется выбирать. Давайте договоримся. Этот Марио мне не нравится. Самонадеян, дерзок, склонен к неподчинению. Я советовал бы вам, мессир, выбрать второго. Типичный бык-производитель. Как раз то, что мне и надо для воплощения моей идеи в жизнь. Я надеюсь, что мы не разойдемся во мнении. Yeah.
чего вас сюда пригласили? Да, мне объяснили. Но это произвол. Вызвали на съезд филологов, а теперь хотят женить. Спасибо. Я еще молод и очень мало знаю Джулию, чтобы решиться на такой ответственный шаг. Я не хочу, чтобы меня впихивали в кровать, кто бы там ни был, насильно. Я протестую. Я тоже не хочу выходить замуж за Марио. Здесь не спорят, а выполняют волю. Миссию субординентов, представленных вам, выбрать достойнейшего. Поскольку это дело имеет настолько серьезное значение, что может вообще изменить ход дальнейшего развития человечества, я считаю, пусть свой выбор сделают силы выше наших. Пусть выбирает судьба. Я не понимаю, миссию. Очень важное решение, гроссмистер. Нужно посоветоваться. Что ж, пусть выбирает судьба. Всемогущий Рок, нечасто мы прибегаем к твоей помощи, ибо ценим тебя и не тревожим по пустякам. Укажи, кто из этих двух лучше подходит для воплощения в жизнь моей идеи. Второй будет принесен тебе в жертву. Я не хочу. Почему я должен убивать этого человека? А потом я пока не собираюсь жениться. Мистер.
спор. Быть мужем ему. Постойте! Вроде быть при молодые люди, но вы недооценили своего гроссмейстера. Вы так и не поняли, почему я провожу съезд здесь, на этой древней бернской земле. Почему из всех распущенных и развращенных территорий я выбрал именно этот уголок суровой простоты, нравственности и уважения к властям. Но вы это поймете. Я сейчас сконцентрирую в себе энергию этих простых и суровых тружеников. И всю эту энергию колоссальной воли я обрушу на вас. Я заставлю вас ходить на цыпочках и слушаться мудрых. И вас, мистер, тоже причем моему уважению к вашей силе. Оборачивается сокращением сроков нашего существования. Люди есть люди, и никто не предназначал нас к их переделке. А что касается пермяков... И вот вы, любимые мои граждане, там и мои потом, друзья, на многих города. Насколько я понимаю ситуацию, заимка графа в лесу свободна. Ничего. Посидит в глухомане лет 200. Вернется. Ну а теперь вы, рыцарь, вы гость сегодняшнего праздника. Я думаю, вы найдете, с кем весело провести время. Вы, рыцарь, и вы, сударыня, теперь вы супруги. Я не хочу! Я не горю желанием. Ничем не могу вам помочь. Вы выиграли даму по всем классическим правилам, и она ваша. Уж не думаете ли вы, что все эти сущности, члены нашего ордена, собрались в этой глухомане просто так? Нет, будет праздник. И всем этим весельем, по которому все так стосковались, и которое грянет уже скоро, мы освещаем ваш союз. Бегите! Пустите! Я хочу домой! А теперь я объявляю шабаш. Надеюсь, вы еще не забыли, как это делается.
Thank you.
должно было произойти. Ну что ж, не сумею вас или поди так. Да успокойся ты, мать. Все нормально. Все, честь по чести. Ты переоделся бы, а? А, ща. Че ты такой чумазый? О, ну и денек сегодня был. Где только не было. Обожди. Погодь. Да, мать, чайку поставь, пожалуйста. Сейчас. Маруся, ну говорят тебе, пройди. Маруся! Маруся! Да ну тебя! Ой, ой, ой!
Кузя. Все тут страховано. Маруся, ты у меня хорошо. Ой, что ты надумал-то? Прям как юноша какой. Лучше сам не знаю. Весь день чертовки смущают и хоть бы хлеб.